объявляла о том, что идет розыгрыш подарочных сертификатов для покупки в нашем интернет-магазине на сумму 10, 8 и 6 тысяч, 3 места. И сегодня должен был быть опубликован финал подведения итогов. Но в связи с тем, что у нас очень холодная весна, мы активно продолжаем рассылать заказы. Очень много, во-первых, посылок, которые еще в пути. Очень много еще заказов стоит на отправку. Соответственно, я посчитала правильным дать возможность большинству людей, то есть не лишать вот этих людей, которые еще не получили посылки, не успели их получить, не лишать их возможности поучаствовать в данном розыгрыше. Поэтому я хочу вас порадовать, дорогие мои друзья, все, кто не получил свой заказ, у вас есть возможность поучаствовать. Я продлеваю до 1 июня прием заявок для розыгрыша. 3 дня мне потом нужно будет для монтажа, подготовки материала. И, соответственно, где-то 3-4 июня я проведу розыгрыш. А пока что я вам хочу показать рассаду клубники. Мы еще ее активно рассылаем. Мы изменили упаковку. Это тоже радостная весть, особенно для северных регионов. Раньше мы не отправляли рассаду позже 15 мая. Вообще, в принципе, никогда. Потому что у нас была упаковка с бумагой. Сейчас мы изменили упаковку. Она, конечно, долгая, сложная, трудоемкая для меня. Но, тем не менее, она даст возможность отправлять нам не только в мае, но и в июне, и в июле, и в августе. А сейчас я вам покажу, какие прекрасные растения ждут вас. Можете пройти в интернет-магазин. Мы пересчитали все, что у нас есть, потому что даже те сорта, которые были недоступны, солнышко скрылось, которые были недоступны, допустим, в марте для заказа, сейчас появились в наличии. Почему? Потому что мы всегда оставляем некоторый резерв на выпады, гибель в зимнее время. Чтобы не получилось так, что мы сорт продали, а он погиб, мы обязательно оставляем очень большие, значительные резервы на всякий случай. Соответственно, уже после отправки всех основных заказов эти резервы тоже могут быть проданы, потому что если они перезимовали хорошо, если вот эти, значит, страховочный запас не потребовался, он выставляется на продажу. Поэтому наличие обновилось. Ссылочка будет под видео. Пройдите, пожалуйста, если кто-то не успел или расстроился, что какого-то сорта не было в наличии. Даже появлялся Мара де Буа. Вот. Но, тем не менее, заканчивался и Анаис, Мара де Буа, ремки вообще практически не было, ремок. Вот. Но я смотрю, там уже люди по успели, кто, значит, следил, смотрел за наличием, успели уже сейчас активно вот эти вот резервируют, бронируют, оформляют. Ну, и так вот такая красавица вас ждет. Мы всю рассаду почистили, удалили весь сухой лист. Она у нас активно пошла в рост. Это вот купчиха стоит, красавица. Покажу вам, какие розетки. Вот такие уже цветоносы выходят. Вот такие прекрасные розетки. Там шикарная корневая система. Если сейчас смогу, пожертвую одним горшочком. Вытащу, покажу. Смотрите, какие прекрасные корни. Вот такие розеточки вы еще можете заказать, успеть и получить. Упаковка такая сейчас хоть трудоемкая, но она даст возможность вам получить даже все целые листочки один к одному в идеальном состоянии. Ну все, прощаюсь. Всем пока-пока. Жду ваших видеоотзывов, фотоотзывов. Дорогие друзья, те, кто не успел посмотреть и узнать о том, что идет розыгрыш, но получил посылку, допустим, в апреле. И вот сейчас увидят это видео, не расстраивайтесь. Я же знаю всех своих заказчиков. Если вы высадили, идите на грядку, фотографируйте, снимайте, говорите, пишите свое впечатление. Неважно, положительное оно, негативное. Я опубликую все без исключения. Всех целую. Всем пока-пока.